Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Террарию. Так, сколько у нас? 160 сердечек? Ой-ой-ой, а мне сказали, что необходимо 200 для того, чтобы вообще Ктулху призвать. А, ладно, но сердечки где нам получить? Нужно копать. Ты запарил? Ты зачем дверь оставляешь открытыми? Так, сейчас, я думаю, нам нужно построить дом. Правильно, покрасивее, чтобы к нам еще люди приходили. И мы могли... Ага. У них что-нибудь купить. Так, хорошо, монетки отдай. Так, и строим дом дальше. Первый этаж пускай будет деревянный. А следующие этажи уже... Блин, это стенка. Ну да ладно. А где тогда у меня... Да не то, не то. А как там? А, через эскейп. Эскейп, точно, точно, точно. Древесина. Но это не уверен, что это она. Та, которая надо. Или это та? Да, это та, которую строить. Хорошо. Потом надо сердечек еще немного добыть. Но оружие у нас хорошее есть. Мне постоянно говорят, сделай йо-йо. Хорошо, сейчас попробуем. Попробуем йо-йо тоже сделать. Вот примерно вот так вот достаточно. Так, не достаю, подожди-ка. Так, 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 так. Так, так, нет, по длине тоже надо. Во-первых, вот здесь вот вскопаем. Подожди. И землю тоже сейчас поставим под низ. Хотя мне подземные этажи тоже ведь нужны, правильно? Погреб там всякие, еще что-нибудь. Так, куда ты? Так, а почему здесь ямка остается? Так, не понял прикола. А ну-ка. Так, хорошо, еще разочек. А почему ямка была? Ладно, странная штука. Давай так, так, так. Тут у нас две комнаты будут. Так, хорошо. Это же не темнее, правильно? Это такой же цвет, по-моему. Так, стенки давай ставить. Что ж ты так плохо-то ставишься? Чё это? А, слизень опять. Ну пусть прыгает. Вот опять. Что за странствующий торговец? Его что-то нет. А, подожди, может это он слева... Подожди-ка, подожди-ка, может это он слева? Сейчас мы тут тоже поставим... Подожди, 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 подожди. Да, это, наверное, вот этот. Ты странствующий торговец, а что ты торгуешь? Магазин. Так, тайская еда. Нет, саке. Нет. Ультярный факел можно поставить. Нет. Газоновый фламинго. Нет. Золото, за 5 золота, конечно, да. Красная накидка, можно надеть украшение. Просто украшение, нет. Фальшивый рог единорога, смешно. Ты прям даже не скрываешь, что это подделка. И поджигатель, можно поставить Си Джей Ли. Адаптировал Джей Тек, Ерксарт. Что-то набор букв мне понаговорил. И думаешь, я на это поведусь. Так, давай-ка стены ставить. А, язык прикусил. Землю внизу ставить не буду. потому что там у нас будет еще погреб и нижние этажи в целом. Так, надо две двери еще сделать. Плюс еще в подвал надо будет... Ой, в подвал. В шахту тоже идти, потому что у нас очень мало добытых вещей. Все равно, хочешь ходи влево, хочешь вправо, но большинство вещей необходимых у нас внизу, понимаешь? В шахтах. Сундуки и все остальное. Так, нормально. Стоп. Вот так вот. А теперь факела ставим. Так. 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 Вот так. Ну и в краешек. Вот так вот. А далее доски надо еще вот так вот, чтобы поделить комнату. Так, хорошо. Здесь дверь надо будет поставить. Сейчас надо две двери сделать. Так, это явно не туда. Вот сюда вот надо. Две двери, две двери. Вот. Раз, два. Хорошо. Первую ставим, 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 ставим. Вот здесь вот. И вторую вот здесь вот. И везде, я так понимаю, должен быть стол и стул, да? Стул, мне сказали, всего один может быть. Ну, можно один всего поставить. Не обязательно два. Ну, а если они захотят друг с другом позавтракать, ты что? Надо два обязательно. Так, это верстак. Вот деревянный стол. Раз, два. И пусть приходят, живут, конечно.
Только квартплату мне почему-то не платят. Но, конечно, жить-то пускай живут. Так, их 4 стула всего. Слышишь, ты просто приперся ко мне в дом? Я тебя не звал, ты в курсе? Так, 4 стула. Может, у нас поселится? Раз, два, три, 4. Да, смотри, нормально вообще. Так, давай-ка вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Нет, что-то в 2 двери это я зря сделал. Надо еще одну. Вот так у нас и... А, медсестра. Я в чем-то прочел. Мастер мастурбации прибыл к нам. Я такой думаю, что не может быть такого. Чего? Так, дверь. Вот, взяли, хорошо. Так, и куда она делась? Ага, она убралась, хорошо. И где она прибыла? Ага, вот медсестра. И что ты делать будешь? Лечить, что ли? Так, ставим дверь. И блок земли. Нет, это, видимо, придется вот куда-нибудь вот сюда. Вот давай сначала попробуем. Так. Ну все, если что, залезешь. Тут невысоко. А что ты, кстати, можешь, медсестричка? Лечение. Хватит тратить мое время. Ой, ля, смотри, какая. Время ее тратить. Сама жить у меня будет, а время, видите ли, нельзя тратить. А ты что, в этой комнате поселился? Это не комната, ты в курсе вообще, не? Ужасный летучий мышелов. Так, допустим. Надо еще подвальное помещение делать. А вот этой вот... Подожди, а если кувалдой ударить, это в лестницу превратится? А, в такую лестницу. А, тут виды лестниц, да? Ну, все равно. Ну, так, хотя вот сюда как будто бы спуститься. Ха. Ну-ка, платформы мне нужно несколько штук. Давай так. Платформы. Где они тут, как делаются? Древесина не то. Вот. Давай вот так вот поставим. Так, теперь платформ. Во-первых, вот эту вот тогда будет убрать сейчас. Так, спускайся ты. Так. Хорошо. Так, хорошо. И теперь платформы делаем. Во-первых, вот так вот. Вот так вот. Теперь молотом. Так. Вот так вот. Теперь следующие платформы. Так. А, что я вот так делаю? Я же могу просто сразу вот так вот ставить и все. А может, вот так вот делать? Да, в натуре, а чё бы нет? Не, а куда? Это не очень удобно, потому что я стенку еще при этом бью. Вот сюда вниз тогда, что ли? Давай так же молотом. Понятно, ясно. Супер неудобно. А почему здесь тогда такая длинная? Ладно, хрен с ней. Так, подожди, наверное, опять не так поставилось. Вот, все. А эту убираем тогда. Ну, а это такая длинная лесенка. Угу. Да, вот я про это и говорил. Что-то фигня какая-то. А, и к тому же пол слишком, да? Длинный, давай так. Че вы мне падаете тут все? И это убираем тоже. Сейчас сделаем по-другому немножко. Так, давай-ка вот этот вот уберем. Так, теперь платформы делаем вот так вот. Молотом ее вот так, хоп. Что-то странно выглядит как-то. А если так, теперь молотом. Не понимаю, как это работает, но да ладно. Так. Теперь, наверное, надо молотом так. Во. Теперь так. И один раз молотом. Ставим чуть-чуть ниже. И молотом. Кошмарно неудобно. Один раз так. И молотом. Все, отлично. Так. И заходим. Хорошо, вот так вот делаем. Так, во-первых, надо... заделать. Хорошо. Так, а чтобы туда добираться, мне нужно тоже платформы, что ли, понаставлять.
Потому что это глупое решение, нужно, чтобы... Вот лестница просто как в Майнкрафте, тупо вверх, нет что ли? Придется платформы ставить вот так вот, наверное. А можно как-то красивее это все сделать? Нет, это кошмар. Все, верни как было. Все, и вот так вот пойдем. Ой, видишь, стоят, общаются. Видишь, что-то бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла. Ух ты! А ты кто такая, Лори? А ты что можешь? Так, давай-ка посмотрим, что она там может. Что тебе там меч надо, слышишь? Так, давай. Магазин. Так, руководство по братьям меньше. Материал не позволяет ранить существ, когда находится в инвентаре. Толчок правой кнопкой мыши, чтобы отключить эффекты. Не. Крюк белка можно надеть. Цепляясь за деревья, как настоящая белка. Но тут не так много деревьев. И мне сказали, кошка мыши, да, через и английское, то есть у русское. А это куда мышка? Да? Ух ты. Все, отпусти. А как отпустить теперь? Стоп. Допустим, я схватился. Ай, а ты что такое? Золотая рыбка. А как теперь отпустить? Через пробел. А, за деревья я не могу цепляться, но если взять кошку-белку, то нормально, да? Так, во-первых. Во-вторых, подожди-ка, дай-ка мне добыть. Вот это я зря построил. Все, вот так вот. А дальше магазин у тебя, чего там есть еще? Разрешение на кота расходуется, используя поселить кошку в вашем доме. Уже есть кошка, используйте дополнительный раз... Класс! А где я кошку возьму? Воздушная змея карпа, нет, уши ящерицы, да ты чё, столб леса. О, столб, можно поставить, телепортируйтесь к другому столбу. Да, я понял, вы это все вместе предлагаете, но мне пока это не надо. Ну тут запрыгивать как будто бы тоже не очень-то красиво, да? Ну а что сделать, еще одну лесенку? Ну давай. И молотом давай. Так, так, так. Во. Слышишь? Во хитрожопая, смотри. Я еще не успел ничего сделать, она уже поселилась у меня. Так, и вот здесь вот можно только внутрь зайти, а наверх нельзя, да? Никак. Ну, наверх мне пока тут и не надо, ладно. Давай второй этаж должен быть какой-то красивый. Какой-то прям суперский. Какие у меня есть материалы красивые? Звезда, нет. Платина слишком жирно. Есть какое-то особое дерево там. Облако в бутылке уже есть. Железный слиток. Каменная стена. Но это у меня подвал такой каменный. Тупой, сам тупой, подожди. Поврежденный платиновый меч. Платиновый слиток. Да не, не буду. А, вот, верстак я же еще один не поставил. Подожди-ка. Не поставил, точнее, обратно. А может здесь сделать еще одну комнату для них? А мастерскую я уже в другом месте сделаю. Давай тут пока пускай это постоит. Куда я пошел? Так, давай-ка стол и два стула. Понятно. Сначала давай вот так сделаем. А что столы тут такие высокие? Так, и два стула надо. Так, стой ты. Раз, два. Вот так. И вот так. Все, нормально. Тут же я смогу, если что, спускаться и подниматься. Да, стул мне не мешает. Отлично. Так, сейчас еще кто-то должен припереться. Так, нужны вторые этажи и лестница где-то на второй этаж. И на второй этаже лестница должна быть вот здесь вот. Платформа. Вот так вот. Давай вот так. Вот так примерно. Нет. Нужна пониже. Плохо, что я тут не вижу, где именно считается пониже. Где-то здесь вроде. Приходится наугад делать. Нет, мимо. Хорошо. Вот примерно где-то здесь. Так, давай молотом сделаем. Пэмс. Подожди. Во, вот так вот. Дын. Не, наверное, стоило в обратную сторону сделать. Что-то хрень я какую-то сделал.
Так. Тут, видите ли, на кошку еще и разрешение надо, ты смотри. Так, давай-ка вот здесь вот построим. Так. Потом где-то вот здесь. 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 И вот здесь вот. Все, нормально. Теперь молотом давай. Тык. Тык. Кувалдой. Нет, не туда. Ну да, это единственный вариант. А то можно просто подлиннее сделать, но длиннее нам не надо. Все, так, оп. Оп. Не обязательно каждый раз двери открывать просто вот так. Оп. Хотя даже если откроется, ну и чё? Чё случится? Ничего. Кстати, а сердце ты не продаешь случайно? Нет, а ты, кстати? Нет, не то. Так, ты чё? А ты чё тут один живёшь? В погребе у меня просто поселился. Нет, нет, железная наковальная. Зачем? Слитков металла. Так у меня что, быстрая железная кирка? Лечебное зелье. Нет, это все не надо. Так, давай. У меня есть что-нибудь действительно красивое, прикольное. Для второго этажа. Так, ну естественно, венок нужно повесить. Потому что Новый год сейчас наступает. Че музыка такая напряженная? А, это только внутри дома сделать. Да? Ну тогда нужно это весь дом украшать, правильно? Это нужна гирлянда. Дождик нужен. А где нам это все взять? Тогда давай это уберем. Так, здесь в этом сундуке у нас ничего. В этом лунное сияние. Это вообще что значит? Это цветок, видимо. Так, ладно, берем паутину и делаем йо-йо. Вот, деревянный йо-йо. 9 урон. Но это мало. Ладно, давай сделаем, чисто посмотреть, чем мне так хотели его. Ага, это достижение. Так он быстрее бьет, что ли, чем меч? Да вроде нет. Давай протестируем его. Эй, ублюдки разные. Вы тут есть, не? Мне нужны еще уличные фонари, а то темно как-то. Интересно, тут асфальт, бетон можно сделать? Нет, чтобы дорога была. Так, сейчас же ночь. Ну. Ну это ржачно, слушай. Мало, конечно, урона, но это угар. Слушай, а давай посмотрим, может есть железный, ее платиновый. Может там урона будет больше, потому что ну пока неплохо. А, я вот так могу. Подожди. Нажать и держать, и он тянется все время. А ну-ка. И как сильно я так могу? Ой, он тебя бросил, да? А куда он пошел? А куда он поперся? И где он? А, он ушел, он у меня типа не поселился. Так, ну если что, у меня есть. Раз, комнатка, два, три. Та одна не занята почему-то. Никто не хочет. Так, враги, вы задолбали. То их было тысячи, то ни одного. Что за приколы? Так, золотая рыбка, она не агрессивная. Вы что, прикалываетесь? А куда все враги делись? Вот, один враг поблизости. Где? Я услышал слева. Шлепнуло. Да, вот он. А ну-ка. Но если жать и держать, то он просто по лбу дает. Не-не-не-не. Ладно, прикольно в целом. Давай посмотрим, есть ли реально что-то посильнее. Не, иди в задницу. Бля, смотри, а сейчас появились. А почему до этого не появлялись? В чем проблема была? Нет. У тебя самая жирная комната. У тебя президентский люкс. Так. Значит, платить больше будет. А, платиновый слиток. А, потом вот здесь вот что есть. Еще один платиновый. А, железный слиток давай возьмем. И что-то... Во-во-во-во, вольфрам. Все, давай посмотрим, можно ли из них йо-йо сделать. Вагонетка нет. Платиновый лук, ни хрена себе. Так, платиновый меч, 13 урон. Платиновый меч, 16. У этого 14. Сильное отбрасывание, слушай, прикольно. О, платиновая кирка мне нужна. 7 урона, а здесь 5 урона. Ну, не так уж и много, слушай. А если вольфрамовая кирка? 6 урона, а там было 7, да?
Решетка, железная цепь, котел. Вот котел пригодится тоже. Ванна тоже пригодится. Урна, железная дверь, ведро. Так, это что, железная кирка опять тоже мало. Флюгер мне пока не надо. Только деревянный ее можно сделать, правильно, пока что. Жаль, конечно, что найти у него, что можно сделать из предмета, конечно, можно. А наоборот, нельзя, типа, вбить йо-йо, какие бывают. И чтобы он выдал список. Платиновый подсвечник. Я говорю, это подсвечник для Хануки. Кого-то из вас придется обрезать. Так, ты мне показывай. Изготовление, вот, из паутины. И мне сказали справа, где-то должно писать, в чем это делать. Показывают рецепты, в которых используется паутина. Необходимые предметы изготовления. Паутина, кость, получится что? В ботинке некроманта. 6 защиты, ни хрена себе! А чё бы нет, слушай. Здесь у нас сколько? 2 защиты всего лишь. Берем. А, не у тебя, да? Вот, и где пишут... Где справа пишут, где делать? Вот здесь окно изготовлений. Показывают необходимые... Ну где? Может, я втыкаю где-то или чего? Но я не вижу, где готовить. Ну, слушай, некроманта броня вообще охренительная. Белые нитки, шелк. Вот, деревянный йо-йо только есть. Деревянный, да, и все. А еще есть люмбальная функция. 28 урон призываемого существа. Очень слабое отбрасывание. Дополнительно 7 единиц урона для призванных существ. То есть против боссов, да? Доходит до 15. Лучше работает против... нескольких целей, чем больше кнутов, доходит до 11. Охренеть. А что это нужно? Кость. Слушай, это вообще шикарно. А кости где мы добываем? Из скелетов? Вот, смотри, опять надо спускаться вниз. Так, мне некроманты надо. Вот. И где изготовление? Где оно? Ладно, давай сделаем. Слушай, это шикарно. Такая броня, ты чё? Броня некроманта. А здесь у нас показывают, что мы не можем сделать, потому что кости мы не забрали, да? Кости. Так, где кости мне взять? Зуб червя. Так, снежный капюшон. Снежный плащ. Гель, цветок, граната, зелье света. Заснеженная древесина. Успокаивающее зелье, лед. Гниль, кактус. А где кости? Кости. Чуть не вижу костей. Зуб червя. Только что смотрели. Железная руда. Граната. Грибные штаны. А костей что-то я не вижу. Веревка. Семена цветка. Мерцающий корень. Не вижу. Неужели ни одной кости мы еще не добили? Я не верю. Мы сколько скелетов победили. Вы кого хотите обмануть? Значит, где-то должно лежать. Металлический. А, метательный нож, все. Ткацкий станок можно... Ух ты! Вот это мы, конечно, давай вот так вот уберем. Железная цепь тоже зачем-то сделал сока. Блин, можно было бы по поиску как-нибудь искать, но такого, скорее всего, не... Нет, это что? Кацкий станок, ну давай вот сюда вот поставим. Пока что. Пускай будет. Ну вот смотри, костей я почему-то не вижу. Неужели у нас нет их? Активированный каменный блок, яблоко... Да ну. Если мы до сих пор не добыли, то это очень обидно. Месит, веревка, желтый. Но это обидно. Второй этаж можно сделать из моих могил. Из надгробий. Прикольно было, но нет, вряд ли. Так, ну ничего. Да пас. Ладно, ничего прикольного я не вижу. Пошли обратно в шахту. Ну а что делать? Надо. Мне нужно какой-то красивый материал для второго этажа. Кстати, ткацкий станок. Чё тут можно? Да почему ты мне это в руку вдал? Подожди. Давай вот так. Убрать. Поставить. Убрать. Ткацкий станок. Чё ты тут можешь сделать? Стрела. Подожжённая стрела. Разного вида стрелы. Ладно. Это нам не надо.
Пошли чего-нибудь нужного добудем. Плюс у нас есть еще ее, которая... Вроде как быстро, но когда враги близко, то он еще быстрее. Тем более мы не добрались до самого дна. Вот прям совсем сильно-сильно дно. Хотя, учитывая, какой тут оригинальный край мира, я думаю, что это будет тупо лава. И все. Дна просто не будет, там будет все из лавы. Так, а вот это вот, это не железо случайно? Материалы мне тоже нужны, как бы. Да, это железная руда, отлично. А то у нас очень мало руд. Плюс еще сейчас надо будет в сундуках разложить все по порядку. В этот выпуск у нас более косметический. Надо будет еще по порядочку разложить, где что лежит. Руды в один сундук. Земля, глина в другой. Нужные какие-то предметы в третий. Броня, оружие в четвертый. Броня в один, оружие в другой. Так, ну тут, давай, вот куда-то вот сюда поставим. Ой, а что это там выше есть? Так, я не понял. А что двойной прыжок тогда не сработал? Ну-ка еще разок. Да почему ты сразу двойную используешь? Во. А, там просто вода выше, да? Но все равно нам исследовать всю карту надо. Поэтому давай-ка вон туда тоже пойдем. О, нет, только не смой мой факел. О, нет, наверное, смыл. Ой, там рыбка осталась. Карапузик? С чего? Подожди. Карпозубик. Да подожди, ты не прыгаешь, не вижу. Ладно, сам виноват. На тебя по башке. А, ты сдох уже? Ой. Но это было по неосторожности, ты видел. Так, это у нас что? Ну, понятно, какая-то травка. Так, тут у нас тоже ничего нет, да? Так, давай. Не, это бред. Давай вот так вот туда копать. Нам надо побольше всяких территорий исследовать. То, что тут все самое интересное, все самое важное. Тем более мне нужны сердца еще, чтобы сделать хотя бы 200 сердец против босса. Потому что мне сказали, он не будет доступен, пока мы 200 сердец не получим. Не понял, что это было только что? Меня кто-то ударил, свалил. Так, я звуки летучих мышей все еще делаю. Может, из бронзовых блоков сделать второй этаж? Но это колхоз. Не, это колхоз, ты что? А у меня железная кирка, да? Подожди. Да, железная. Стоп. Да, железная кирка. Другие материалы, наверное, посильнее будет кирка. Ой, блок затвердевшего говна какого-то был только что. Понятно, ты сзади вообще не держишься. Так, а на чем я стою вообще? Подожди. Непонятно, я на чем-то стоял, но все равно упал, ладно. Факела мне тоже надо будет сделать. Из чего они там делают? О, смотри, там что-то есть, что-то... А может, кости добываются из этих лежачих скелетов? Кстати, вот это вот что? Нет, понятно. Так, медуза, медуза, извините, сейчас придется вас грохнуть, походу. Так, до конца вниз и не надо закапываться. Пускай один блок стоит, чтобы я в воду не упал. Да, что-то кирка слабая. Мне нужны материалы покрепче, покруче. Но у нас пока такого ничего нет. Так, давай, вода, вытекай отсюда. Насколько быстро заполнишь? Ой, довольно-таки быстро. Ай, факел мой уронила, слышишь? Так, факел, факел, факел. Хотя бы вот так вот поставим. Так, далее идем вот так вот. А тут я не пройду теперь, да? Ой, вы что так полетели, слышите? Да ты охерел. Так, хорошо. Сделан так тогда. А это... Что ж так не везет-то, а? Давай факел поставим. Ай-яй-яй. Вот так вот поставим. Так, тут сундук какой-то. Водяной сундук.
О, факел, то, что надо. Зелье возврата. Зелье подводного дыхания. Сюрикен. Веревка. Наживка на акул. Дыхательная трубка. А, урон делает. Так, хорошо. Ну и сам сундук заберем, естественно. Вот это... Нет, кости мне не дают, кости. Понятно. Факел здесь ставим. Так, это тоже железная руда? А ну-ка. Так, 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 давай, допрыгивай. Ай, нет, я хотел... Ладно, давай вот так сделаем. Во, вот так вот. Выше давай руби. Хорошо, и вот так. Во, все отлично. Сделали. Вот этот убираем все, чтобы хоть какая-то платформа была. Так, давай это тоже поближе поставим. Нам надо побольше всякого везде подобывать. Часто я могу в любую сторону, куда угодно идти, правильно? Кстати, мне сказали тут, чтобы воду выкачать, есть насос. А океан мы можем выкачать? М? Было бы прикольно. Так, я слышу справа какой-то звук. Будто кузнечики стрекочут. Это что вообще там? Блин, как много песка. А из песка можно... Ну, стекло можно сделать, правильно. О, окна можно еще сделать на первом этаже. Тоже прикольно. Хотя сзади никто ж не ходит. На что там смотреть? Капец, сколько там песка, я чуть... всю пустыню, что ли, выкопаю сейчас. О, прикинь, потом сам же провалюсь сюда. О, можно же все время падать, падать, падать и в последний момент прыжок нажать, правильно? Но это вряд ли тут так работает, правильно? О, прыгает, смотри, падла. А, что, не можешь пролезть? Да ума не хватает, как я туда попал. Вот и все. Вот и стой, где стоишь. Да ну, это не смешно, мы так до хрена будем копаться. 145 уже, а сколько в одной ячейке может находиться? 999, что ли? А где столько песка нашел? А, все, нашел. Заколебу, ты сколько это? Я весь... Я добуду тут всю карту и просто в сундук ее сложу. Прикинь, тупо всю карту сложу в сундук. Это же вообще класс будет. Ну, правда, сундуки в сундуки не могу положить, но вокруг них сделаю большой сундук. Во, че бы нет. Заколебал, а? Пойти в другую сторону я тоже могу, но справа я слышу какой-то звук. Звук какой-то есть, значит, там кто-то есть тоже. Возможно, что там что-то нужное. А также мне нужны кости. Обязательно. Я хочу броню некроманта сделать, она шикарна, да ты шо? Она почти в 3 раза лучше, чем та, что есть у меня сейчас. И копает вроде бы быстро, но песка все равно много. Когда-нибудь закончишься, задолбал. Ну это не прикольно, слушай. Я просто буду сидеть и добывать песок, правильно? Интересно, а насколько мы сильно добыли его сверху? И посмотреть даже не можем, да? А, мы прямо реально прям с самого верха добываем его. Давай-ка вот так сделаем еще. Так. Так. Давай здесь поставим. Добудем железо, потому что... А, и сверху песок будет сыпаться. Не-не-не-не-не-не. Тогда лучше вот добыть этот песок, а сверху железо пускай хотя бы сдерживает этот песок. И нормально. Во, я слышу звук уже лучше. Походу песок заканчивается. Сейчас будет пещера. Блин, вот бы мне рентгеновское зрение сюда. А, шлем шахтера мне говорили надеть еще. Что ж такое, я постоянно забываю. Так, и подо мной, по-моему, тоже железо, да? Да. Как-нибудь потом, возможно, добудем. Так, ну сейчас хотя бы быстрее дело пойдет, потому что у нас железные блоки закрывают. Железная руда закрывает и нас, да-да-да, от песка.
Я звуки все равно слышу. На какую дальность тут могут быть эти звуки? Что за приколы? Я их слышу очень-очень долго уже. А, песок уже начал в другой стак складываться. Правильно? Сколько максимум? 500... Подожди, 568. А, это за один раз сколько ты добыл песка? Все, то есть я 200 с чем-то песка за один раз добыл. Жесть. Что мы уже больше 500... Больше, чем 1500 уже добыли блоков песка. Это только вот сейчас сидим и рубим. Там еще и железная руда закончилась, зашибись. Оно теперь падает с самого верха. Но я слышу звук, я доберусь до этого звука. Я тебе говорю, я узнаю сегодня, вот что это за звук. Это от летучих мышей, скорее всего. Но если летучие мыши, значит они где-то летают, правильно? Значит там есть пещера, и возможно в этой пещере что-то интересное есть. Давай. Я докопаюсь до правды, так сказать. Слушай, реально там что ли настолько много? А я могу просто вот так. Не могу, жаль. Я хотел вместо песка поставить каменные блоки и все, чтобы не сыпалось ко мне. Обидно, нельзя. Может, под низу подкопаться. Да, и не факт, еще неизвестно, сколько мы вниз будем копаться. Ну не может же быть. Так, давай-ка вниз посмотрим, сколько там копаться вообще можно. Может, там совсем чуть-чуть. Пока чуть-чуть не пахнет. Да ты что, издеваешься, что ли? Да, вниз мы тоже можем бесконечно копаться, но вниз быстрее будет, чем в боку. Так, мы слишком много уже песка добыли. Мне столько не надо. Во, походу, что-то интересненькое. А ну-ка. Во, отлично, хотя бы так. А что за звуки такие странные начались? Слышишь? И фон тоже поменялся. Египетский босс какой-то. Мне прям интересно, что... Слушай, нагнетающая такая музыка. Неужели босс фараон? Да ну нахрен. Да ну! Тут уже начинается тяжелый металл, ты чё? Такого не бывает просто так. Реально тяжелый металл начался. Что я делаю? А, ты такой, да, дурачок? Подожди, а во что я тут застрю? А, это блоки. Я думал, это задний фон. Ну, слишком жесткая музыка началась. В натуре сейчас фараон какой-то будет. Охренеть! Что это там летает? А! Охереть, это ловушки! Я говорю, я до чего-то докопался. Что это такое? Взрослый муравей и стрекоза, что? Вот, взрослый муравьиный лев. Я тебе говорю, что это за херня из Half-Life делает тут? Ах ты тварь! Звериная челюсть. Хрена себе. Я тебе говорю, не зря я сюда копался. Видал, что происходит тут? Давай, скотина. Ох, ни хрена, нет, не давай, подожди. Ты наносишь много урона. На тебя по морде, на. Ну, ее слабоватка. Твою мать. О, пьянтя, это вот ты. Ха-ха-ха-ха, зато с этого с одного удара. А, у меня здоровья мало. Зелье давай. Люб. Нет, смотри, видишь, жму правую кнопку и ничего. Левую тоже ничего. Это, наверное, надо брать как оружие в основной слот. А это жирно слишком. Медная руда, да ты прикал... О, муравьиный лев, это друг... Подожди. А, муравьиный лев взрослый, это летающий. Взрослый муравьиный лев, это летающий, а детский, это вот такой вот. Так, монетки мои. Так, ну на кактус не хочу прыгать за монетами. Давай просто вот так вот, оп.
куда вы гоните? Нихера себе. А больше у меня нет, да? Ничего, здоровья. Фух, успел его грохнуть. Я тебе говорю, что-то слишком жестко. Нихрена себе. Ах ты тварь! Это что за ловушка в стиле чужого? Охренеть! Это что это такое было? И чё за Галя постоянно пишут? Что это за Галя? 7 золота потерял. Так, я тебе говорю, мне нужно срочно поставить сундук. А, мне же телепорт есть, вот я тормоз. Мне срочно нужно сундук, копилку сделать. Так, все, жопа вам. Где мое лечебное зелье? Сейчас я найду. Так, давай-ка для начала уберем все остальное. Потом посмотрим, что я вообще добыл. О, подарочек, что там? Чего? А, опять вот это вот зеленый карамель. Может, из зеленого карамеля можно хоть что-то сделать? Надо будет посмотреть у него. Зелье где? Вот, сойдет. Все, и теперь жопа вам. Козды, охереть, ты видел? Просто налетели на меня. Это что за жесткая такая локация? Так, а сколько до него бежать примерно? Примерно до хрена. Нет, ты видал, что там происходит? Не зря я копал. Ну, ее, конечно, нормально, но уже слабоват для меня. Был бы какой-то ее помощнее, было бы неплохо. Можно было бы к веревке от ее привязать вот этот вот. Ну, меч было бы вообще шикарно. Но тут, скорее всего, так нельзя. Нет, 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 как я там заходил, ага. Мы их в пещерах, хрен кто пройдет. Это надо знать прям, как идти. Да ты задолбал. Там, по-моему, что-то лежит, нет? Я прям прыгать должен. Вот так. Да хрен кто тут пройдет. Жаль, я один играю. Да ты тупой, Слизень, что ты там сделаешь? Так, хорошо. Ай-яй-яй, вниз будет больно падать, да? А, вообще насрать? Ну да ладно. Так, во-первых, верните мои монеты. Падла. Ждал меня, сидел, урод. Так, хорошо, из надгробия я сделаю себе отдельный этаж. В отдельно просто кладбище сделаю. Реально, смотри, как еще чужого. Оп. Стоять. Хорошо, допустим. Да, но взрывается и... Чего за звук опять? Призрак? Призраки меня тут еще атакуют. Мерзкая говна кусок. Понял? Вот так-то. Так, вот это вот что вообще? Опять железо? Кто это вот это на маракасах играет? Это кто? Реально, как знаешь из старых фильмов ужасов. Музыка. Ух, нихрена ты хлебнул, конечно, слышишь? Почти все здоровье восстановил. Кто там на маркасах играет? Кто это такой? Оп-оп-оп-оп-оп. Понял, лох. Так, а теперь... Ага, падла, я сразу просек, что тут как в чужом из яиц они вылупляются. Кстати, какого хрена они вообще вылупились на меня? А, там паутина? Кто? Скорбящая бомба или что там было написано? Не увидел. Так, ну здесь ничего явно нет. Песчаный блок. Может, с песчаного блока? Не, надо что-то прикольное. Надо что-то красивое уже начинать делать с домом. Давай, муравьиный лев. Сейчас будешь муравьиной львицей. Ага.
Так, хорошо, мне нужна броня некроманта. Как ее добыть вообще, а? Мне нужны кости. Я кости не могу нигде добыть. Вроде. Но я тебе говорю, никогда не было здесь такой жесткой музыки. Мы еще ее не находили, по крайней мере, такую жесткую. Да блин. Можно как-то мечом срубить паутину по-быстрому, отлично. И теперь давай вот так. Хоп. Фух. Отлично. Это мой тонкий расчет. Чтоб ничего на меня не упало. Ха, понял, лох. А я сейчас выберусь. Оп. Не, подожди. Сейчас найду где. Ага, все. Так, еще железо давай добудем. Ну слушай, ни хрена себе. Ну на следующий выпуск уже курс намечен, смотри. Пока что впечатляет. Еще и наверх, слушай, тут целые лабиринты. Так, ну давай тут тоже поставим на всякий случай. Так, потом наверх еще надо будет. Там паук мне выпал. Скоробейная бомба, все. Хотя, говорю, Египет тут нарисовался почему-то. А, я могу вот так вот кошкой зацепить? Ой, могу. Слушай, вообще шикарно. Тогда это вообще великолепная штука. Оп, оп, не успел. Оп, оп, не успел. Давай поставим тут. Поставим тут. Класс вообще. И давай еще железо добудем. Я самый лютый шахтер. Да, до самого низа не дошли, конечно, но ну, смотри, мы искали медь, а нашли золото. Так, все. А, ну я хотя бы знаю, что это за звуки тогда были. Хорошо, да. А почему опять пройти не могу? Так, почему я опять пройти не могу? Из-за чего это все? Да подожди, чувак, я опять застрял, понимаешь? Да вот в одну сторону пройти могу, а в другую нет. Так, и мне нужна срочно копилка. Да ни хрена себе! Вообще охренел. Так, не, давай телепортируемся, у меня совсем мало здоровья. О, еще одна звезда, прикол. Так, и надо будет завтра расфасовать... Ну, не завтра, а в следующий раз расфасовать по сундукам все необходимое. Чтобы видишь, сколько я тут всего насобирал. Оно просто лежит вот так. Непонятно зачем. Давай так. Потом очень долго все искать. Ладно, да-да, на этом все. Может подписаться на канал, чтобы увидеть следующую серию. И скоро увидимся.